Добрый день, дорогие друзья! Вы на канале «Анекдоты от А до Я». И с вами я, актер Владимир Ямненко. Ну что ж, дорогие друзья, не будем многословны. Вы все прекрасно знаете, что надо делать. То есть подписать своих близких, знакомых, родственников, соседей на наш канал. Ну, чтобы и у них поднялось настроение. Ну, а мы начинаем. Фима обращается до Сени и говорит, Сеня, я прошу прощения, можешь мне одолжить коробок спичек? нет. Почему? Тебе что, жалко мне коробок спичек? Нет, дело в том, что постоянно, как только я тебе отдажу коробок спичек, ты мне его возвращаешь без одной спички. Две соседки встречаются, одна другой говорит – Ой, Сарочка, здравствуйте. Вам доброе утро, хорошего настроения. Скажите мне, вы что, спите с Яшей? Говорит, то, Господь с вами, какой спите, мы дружим. Ой, Сарочка, вы так дружите, что слышится молдаванкам. В ресторане клиентка. Официант, у меня суп холодный. Официант подходит и говорит, простите, это гаспачо. Гаспаччо, у меня суп холодный. Доктор, я руку сломал. Ой, молодой человек, вы ошиблись. Я доктор юридических наук. Адвокат я, понимаете? Вам к другому врачу. Нет, мне именно к вам. Понимаете, я не себе руку сломал. Двое так выпивают, один другому говорит, Колян, а вот скажи мне, а почему вот это санитары все такие крепкие, здоровые? Ой, Вовчик, ты понимаешь, это потому, что они медицинский спирт витаминами закусывают. Чисто пацан такой распальцованный, модный, богатый решил купить путевочку в круиз. Ну, на лайнере. Ну, все пассажиры сели, вышел лайнер в открытый океан, и вдруг шторм, страшный шторм, бу, -бу! Лайнер терпит крушение, спасается какая-то группа людей, ну, достаточно большая. И вот они высадились на необитаемом острове. Сидят, смотрят по сторонам, Ничего вокруг нету. День сидели, другой день сидели. И понимают, надо как-то выживать. Ну, начали эти спички тянуть. Кого первого съесть? Ну, съели одного. На следующий день съели другого. Так третьего, четвертого. И вдруг через неделю очередь доходит до этого пацана распальтованного. Говорят, давай снимай свой малиновый пиджачок, будем тебя хавать. Он говорит, не-не, братва, вы п -п 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 пуститесь, вы что? не, я сейчас позвоню своим, прилетят вертолеты, нас заберут отсюда, прекращайте. Говорит, да ладно. Он говорит, да базара нету, смотрите, алло, пацаны, быстренько вертолеты сюда, давайте нас спасать. Ну, прилетают вертолеты, их забрали, действительно спасли. И те в вертолете летят и говорят, слышишь ты, а что ты раньше не вызвал своих братков, чтобы нас спасли? Тю, говорит, я думал, это все входит в программу круиза. Парень говорит, девушке говорит, знаешь, Анжела, тяжело себя убедить рядом с голой красивой девушкой, что мы просто друзья. Она поворачивается к нему и говорит, я поняла, ты просто не веришь в дружбу. Дорогие друзья, многие на сегодняшний день кричат, что нужно новое, нужно все новое. И забывают, что новое ⁇ это хорошо забытое старое. Смотрим. Одна девочка целый год училась целоваться на помидорах. И при первой же встрече высосала у парня мозг. В университете профессор, постоянно заходя в столовую, слышал эту, эту жуткую фразу. Студенты говорили одно кофе, пожалуйста. Это так раздражало профессора филологии. И вдруг однажды, зайдя в столовую, он услышал, один кофе, пожалуйста. <связь> профессор повернулся и услышал продолжение. «Эдин булочка», — сказал Ашот. Две блондинки заходят в магазин, покупают йогурт. Одна берет, тут же его открывает и начинает есть. Вторая смотрит и говорит, «Ты что, дурочка? Не могла потерпеть до кассы?» Говорит, «Сама ты дурочка. Вот, читай. Откройте здесь». Друзья, чтобы развязать руки на выходные, я с женой ссорюсь еще в четверг, ну в крайнем случае в пятницу. И она, обидевшись, уезжает на выходные вроде как к маме, а я вроде как на рыбалку. Представляете, мой сосед по вечерам так громко слушает музыку, а я не могу до него достучаться, потому что постоянно попадаю в ритм. Друзья, я как никто другой, ой, как хорошо понимаю помеха справа. Потому что жена постоянно ездит со мной в машине. А я вам, Фима, так скажу. Вот мой дедушка, он ел только исключительно чистую пищу. Он, больше вам скажу, он был вегетарианцем. Он ел вот эту траву, всякие диетические блюда. Он не курил, он не пил, он по женщинам не ходил. Он был очень пунктуальным человеком. Ложился у 9 часов вечера, вставал в 6 часов утра и прожил до 90 лет. А от чего он умер? От тоски. На часах 23.05 возле зеркала стоит мужик, примеряет рубашку, галстук, костюмчик прикидывает. Потом уходит, берет из шкафа другой костюм, проглаживает брюки, надевает другой костюм, вроде та, то. Он так весь из себя побрызнулся одеколончиком, уложил причесочку, все красиво, хорошо. Жена смотрит на него, говорит, я не поняла, 11 часов, ты куда собрался? Говорит, куда-куда, на рыбалку. Она уходит в свою комнату, выходит в вечернем платье, такое декольте, спина вся открыта до самой задницы. Он на нее поворачивается, говорит, а ты куда? Говорит, поеду к маме картошку копать. Ну что ж, дорогие друзья, я надеюсь, мне удалось добавить вам дофаминчика, а? А вы в благодарность нажмите на колокольчик, чтобы мы встретились с вами завтра. Да, и, конечно же, ставьте там лайки и пишите комментарии. Конкурс на лучший комментарий у нас продолжается. Ну а на сегодня все. Пока.